Чистая вода – залог здоровья. Жители рабочего поселка Сурская проверят на практике эффективность работ по улучшению качества водоснабжения. В этом году на ремонт водопровода и очистку скважин было потрачено свыше 800 миллионов рублей. На совещании с губернатором Сергеем Морозовым рассмотрели предложение по дальнейшему улучшению качества водоснабжения. Для нас крайне важно, говоря о развитии, о комплексном развитии территории, внимательно посмотреть на ситуацию с качеством водоснабжения, с нашими предполагаемыми подходами к улучшению водоснабжения, для того, чтобы в оставшееся время до принятия бюджета возможно провести определенные коррективы. Напомним, что с апреля 2020 года сети водоснабжения Сурского района переданы на обслуживание Ульяновского областного водоканала. По словам директора предприятия Алексея Шмырева, главной целью на текущий год стало проведение мероприятий по улучшению качества водоснабжения. На данный момент завершены почти все ремонтные работы. В 53 населенных пунктах региона заменили более 60 километров аварийных водопроводных сетей, отремонтировали 14 водозаборов и 23 водонапорные башни. Работа над улучшением системы водоснабжения в 2021 году будет продолжаться. Предварительно на эти цели предусмотрен бюджет около 400 миллионов рублей. В рабочем поселке Сурская запланированы работы по очистке водозаборной скважины, а также замена водопроводов по улицам Энгельса, Жигарина и Хазова. Помимо этого, будет заменено свыше 4 километров сетей водоснабжения на общую сумму более 7 миллионов рублей. Александра Никитина, новости Управда ТВ.